Друзья, как правильно выполнять передачу сверху в волейболе? Перед выполнением передачи мы должны выйти под мяч так, чтобы он оказался над головой. Колени немного согнуты, спина слегка наклонена вперед, локти чуть разведены в стороны. Также перед выполнением передачи мы должны развернуть корпус, выпрямить ноги и руки и направить вес тела в сторону нужного нам направления передачи. Как правильно держать руки во время передачи? Ваши большие и указательные пальцы должны образовывать треугольник или форму сердца. Остальные пальцы покрывают мяч. Старайтесь выполнить передачу без вращения мяча. Главные ошибки при передаче мяча сверху. Первая ошибка. Многие новички выполняют передачу с прямыми ногами или вытянутыми руками, из-за чего страдает дальность передачи. Вторая ошибка. Вы начинаете жестко встречать мяч или выполняете передачу с задержкой, что является ошибкой в волейболе. Третья ошибка. Многие раскидывают пальцы и кисти в стороны, отчего может потеряться точность вашей передачи.